С начала проведения вооруженными силами Российской Федерации специальной военной операции на территории российских регионов произошло около сотни попыток поджогов военных комиссариатов. 29 из них в период с 30 июля по 2 августа. Оперативными мерами задержано 25 поджигателей. По данным ФСБ, в противоправных действиях по срыву работы военных комиссариатов путем их поджога принимают участие граждане, обманутые спецслужбами Украины, в основном среднего и преклонного возрастов, выполняющие задания заказчиков за денежное вознаграждение. А отдельных граждан удается склонить к преступным действиям путем обмана и манипуляциями на безвозмездной основе. Подобный случай произошел и в нашем городе. 1 августа жительница города Твери 1979 года рождения обрела жидкостью для рожига входную дверь здания бывшего военного комиссариата и подожгла ее. Обгорела краска на входной двери. В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками ФСБ и полиции, злоумышленница была задержана. В ходе допроса установлено, что женщина была завербована спецслужбами Украины и действовала по их указаниям. Основным мотивом, подтолкнувшим гражданку к противоправным действиям, были корыстные интересы, а именно обещанное денежное вознаграждение. Следствие ведется. Участившиеся случаи поджогов направлены в первую очередь на срыв работы военных комиссариатов а также на создание в обществе атмосферы страха, неуверенности и в общем на дестабилизацию ситуации в стране. В настоящее время факты попыток поджогов военных комиссариатов рассматриваются как по статье 167, часть 2 Уголовного кодекса Российской Федерации, умышленное уничтожение имущества путем поджога по которой предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы сроком до 5 лет, но чаще по статье 205 террористический акт. И такие преступные действия наказываются лишением свободы сроком от 12 до 20 лет. Хочу обратиться к нашим гражданам, чтобы они проявляли бдительность. Помните, злоумышленники могут выходить с вами на контакт посредством интернета, а также могут звонить чаще из-за рубежа. Поэтому необычные телефонные номера звонящих также являются поводом для того, чтобы насторожиться. Кому будет поступать подобная информация, сразу же звоните по номеру сто двенадцать.